Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в игру God of War Хорошая война. Давайте посмотрим, что у нас идет по миссии. Откуда я буду загружен-то? Мне надо перезагрузить. Хотя уверен, что вручную сохранялся я точно там же, где и на авто. Тут нет такого, чтобы сохранился прям там, где прям сохранился. Все равно какая-то точка сохранения должна быть присуща. Кстати, да. Не всегда, конечно, присутствует. Но зато я рад, искренне рад, что у меня в данный момент больше 100 подписчиков. Значит, смотрят. Значит, кому-то это интересно. Значит, не зря я, так сказать, записываю контент. Да. Так, это мы что припарковались? Так, это мы что-то где-то лазим. Так. На. Кто-то? Кто-то еще что ли был? Да. О, сынок. Где ты, падла? На. Загрузите их. Чё, убил, нет? Говори сразу, пала. Ну как? Давай возьмем. Куда залез? Так, понятненько. Как-то в обход надо это. Блин, вообще не помню, чтобы я сюда приходил. Охренеть, залез. Хер знает куда, хер знает зачем. А ну помню, что дополнительно, да, задание. И мне за это какие-то плюшки прилетят потом. Только что, где и когда, блин, это вот. На. А внизу что? А внизу все окей, на. На. Так, так, так. Что это? Ну, не знаю, давай посмотрим, что это. Рубленое серебро. Или ты не про это? А про что ты тогда? Что это? Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Где ты, где ты, где ты? Белая карета. Пенах туалета. Человек кричит. Ага, как-то потуда надо, что ли? Они слышат стены. Ну-ка еще разок надо посмотреть, что это за. Надо посмотреть там, где большая решетка, короче, смотреть. С той стороны, наверное, где-то. Они слышат стены. Трубы, словно вены. Это иероглифы какие-то. Ебачок сливной, как сердце бешено стучит. Доктор едет, едет сквозь снежную равнину. Порошок целебный людям он везет. Человек и кошка порошок тот примут. И печаль отступит, и тоска пройдет. Там, та-дам-дам-дам-дам.
А, я первоначально сюда шел, что ли? Вот так, а я, оказывается, первоначально сюда шел. Так. Хорошо. Так. Там нам делать нечего. Вечером делать было нечего. Взяли, мы сбросились и пошли в кабак. Вечером делать. Вот это, кстати, что за прыжок там здесь, Вера? Нет, ничего не делает. Взяли, мы сбросились и пошли в кабак. Опять мы там жрались, нам не привыкать. Опять мы начали там по столам скакать. Опять бухла объелись, опять кому-то в челюсть. Опять там в трезвике сегодня отдыхать. Чувствую, я что-то не туда плыву, что ли. Нет, отсюда, наверное, я прибыл. Не понимаю. Да. Отсюда, скорее всего, я прибыл. Здесь можно причалить. Это факт. Когда найдете точильный камень, обращайтесь к нему сильно осторожно. Это же бесценная реликвия. Подожди. Так. Так, значит, мы все правильно делали там. Свин, отправляемся обратно. Ну, ёж твою мать-то. Здесь мы можем причалить, там мы не можем причалить. А как мы вот эту штуку соберем? Вот здесь как нам быть? Кто мне подскажет? Кто расскажет, где она, маленькая страна, маленькая страна, там, где всегда светло и ясно, там, где всегда весна. Смотрим здесь. Так. Мы с вами видели руны. Опа. На. Так. Хорошо, ладно, предположим. Мы здесь ничего не нашли и не добились. Подожди. А мы точно ничего не нашли? Посмотрим на расстоянии лука. Да. Тут только вот такая штука, мулька такая, своего рода подачка. Это нас не устраивает. Ладно. А
А мы должны могли бы так что ли слезть или как? Я уверен так, что здесь кроется какая-то тайна, как у Буратино нахрен. Твою мать, вы же что-то тут охраняли всем своим грёбаным стадом. Так. Понятно, ладно. Смотрим. Что это? Куда ты смотришь? Поехала. Открылись врата. Ну, что ты смотришь-то туда? Приготовься. Чему? Кто посмеет на такого воина, как я, напасть? На. Тихо. На, взрывайся, давай побыстрее там. Конечно, особенно я. Так, и ХХУ, и ХН, ладно, так, допустим. Не знаю, как запомнить, фотографировать не буду. Буду надеяться на свою память. Память. Я что-то не понял, ты что, разные вообще это? И когда ты злишься? Что? На меня. Когда? А, ну, когда ты говоришь, что я чего-то не могу, а я могу. Человеку сложно признаться в том, короче, что. Короче, он... я понял. Я мелкий. Где может быть этот камень? Своего рода да. И мелкий. Блин, сюда только. Да подожди ты. Да тихо ты, уходи. На. Да ёж, твою мать-то. На, на. Ладно. Осторожно! Давай.
Еще? На! На! Я готов! На! Опа! Тихо, тихо, тихо. Да, еще какой шанс. Сейчас мы ему нахрен. Врага бы его взломал. Вот этот на крючок его. Подожди. Да. Вот так. Давай, что мне там дано? Что мое? Твою ж мать, да почему клопки-то? Так. Что еще у вас есть? Что давай? Наверх не пойдешь? Так. Наверх, подожди. Бум. Так, ладно. Здесь мы что имеем? Залазим. Давай, 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 залазь. Переводи. Очень интересно, что там написано. Хресло Фармарт. Это жестокая история этих земель. До великого потопа, до опустошения людей, мирно, до опустошения люди мирно жили в Мидгарде. Мертвые оставались мертвыми, драгуры встречались редко, и магия Сейдер считалась глубоким бесчестием. Хресло Фармарт верны старым обычаям и считают воинское мастерство мерилом ценности человека. Сила – наша главная доблесть. В этих суровых землях нет места слабым. Сильные процветают в жизни, а после смерти пополняют славные ряды Янхериев. Хрен знает. Слабые влачат жалкое существование, а потом отправляются в глубины Хельхейма к остальным недостойным. Таков порядок вещей до наступления Рагнарёка. Суровые ребята, дружелюбные, как стая оборотней. Вот и оборотни, что ли, были в то время? Ни хрена себе, сказал я себе. А я даже и не догадывался, что в то время были оборотни. Ведро. Ведро. Так. Так лучше.
Так, а теперь отсюда пробуем. Вот так. Забрали. Пойдем. Теперь пойдем. Пойдем, сын, а, стой назад, вниз. Какого хера? Так, ладно. Теперь сюда, нет. Ладно. Я запомнил тебя, дверка. Далее. Опа. Посмотри на это. Смотрю. Ты в кого-то стреляешь, сын? Бля. А вам хочу напомнить, то собираю средства на видеокарту и буду рад любой помощи, кто мне поможет. Скелет разбили. Ага, слезть. Что тут у нас? На. Так, слазим. На. Тропа! Бам. Так, нет. Мы не для этого все здесь рушили. Я тут заметил несколько сундуков. Мы сейчас будем пока около них обитать. Понятненько. Я потуда должен буду спуститься. Так, тут никак, нет, не поднять, нет, не поднять. Ага, можно опуститься и здесь. Вниз, нет. Там подняться наверх. Сейчас, минутку. Так. Вот, все нормально. Вот здесь сюда мог подняться. Так. Не спеши. Так. Правильно. Нам сюда. Смотрите, что бы мы упустили. Блин, и обратно все. О,
Слышу ворона. Ну-ка, давайте глянем. Слышу, но не вижу. Может, это не он? Не тот ворон, который нам нужен. Ага. Так. Понятненько. Ну, пойдем вниз. Что там случилось? Так, осмотрите корабль. Все? Ну давай осмотрим корабль, блин. Ой, будем смотреть. Тут какая-то бойня была. Кто с кем, непонятно. Кошмар, кошмар. Что творится? На улицу не выйти. А вот и сын. Того призрака? Как ты узнал? Вот знак. Такой же был на кинжале в спине его отца. Он своего добился, но удержать не смог. Без башки. Они его предали. Подлость рождает подлость. Видимо, команда не ужилась с тем, кто убил своего отца. Он думал, что готов вести, и заплатил жизнью. Похоже. Взгляни-ка, у его ног. Точильный камень. Да, им они разбили ему голову. Правда? Фу. Что фу-то? Лети за ними! Жесткая броня, я знаю. Я только одного такого побеждал всего. Давай. Дай тебе бог, я с ним быстро разберусь. На. Кто по мне стреляет? Хорошо. Вот так. Где он? Ты его видишь? Я его засек. Вот так. Почему они бросили точильный камень? Наверняка он непростой, раз Синдри его ищет. Конечно. Ну, у разбойников свои критерии. То, что не блестит, нельзя съесть или выпить, сойдет в качестве тяжелого тупого предмета. Так, ладно. Тут мы позабавились хорошенько. Взяли все, что хотели. Как нам теперь с этим жить? И здесь такая... Давай. Опа.
Какой молодец у меня сын. Не хухры-мухры, не насрано, сын. Так, ладно, подожди. Что тут еще есть такого интересного? Так, ну назад нам идти уже не интересно. Только вот здесь вот собрать то, что осталось. Так. Сынок, ты еще что-то можешь дать? Нет. Так, ладно. Видимо, должна быть лодка. На. Где? Я готов. Ничего себе! Что-то ничего себе, нормальное действие. Давай перейти. Так, давай перейти на ту сторону попробовать. Есть проход какой-то? Ну-ка давай. А-а-а. Знаю, что это за штука. Туда сундучок он стоит. Ни хрена себе к нему подходик-то. Замаскирован. Так. Где-то что-то еще есть? Нету. Давай, сынок, свалим. Подожди, не спеши. Носовая часть корабля. Сын. Слушаюсь. Слушаюсь. Давай. А, последнее путешествие мой корабль настигла яростная гроза Тора. Я уже оставил надежду, когда мягкий ветер Ньюорд разогнал тучи и наполнил мои паруса. Свои сокровища я спрятал там, где могу вечно двигать веслом вместе с гребцами Ньюорда. И что у нас там? Ага. Короче, надо посмотреть, где эти гребцы. Там их двое. Ну ладно. Ух ты, легендарный предмет, чары. Потом посмотрим. Прочесть можешь? Тут сказано «самозванец». Тут везде такое написано. Вождь самозванец, это написал Виндрат о своем отце. Или спутники самого Виндрата после мятежа? Неизвестно. Интриги, расследования, скандалы. Все это у нас. Не. Так. Лодки нету. Ни лодки, ни пироги, ни каноэ. Ну давай, ладно. Двигаемся дальше. Сын, сюда. Ни хрена, одна карта за другой. Тут свиток. Это Папа, пока ты охотился и грабил, меня растил дедушка. Он учил меня и заботился обо мне. Я его любил. А ты вонзил ему в спину нож. Я тебя тогда возненавидел.
Но время способно изменить все. Воины клана торжествовали, им было плевать на его доброту. Они считали ее проявлением слабости. Как не противно это признавать, собой во главе Хресла Фардмир пришли к процветанию. В детстве я поклялся Нормам, что отомщу. Со временем я научился владеть мечом, и ты, наконец, начал меня замечать. Мы сблизились. Но Норны не терпят нарушения обетов, даже если их принес обиженный ребенок. Их сундук возле хранилища Фафнира напомнил мне о моей клятве. Цепочка предательств продолжалась. Ты убил моего единственного настоящего отца. Но мне все равно горько. Я сожалею о том, что сделал. Прости меня, Вандерит. Салсын! Ух ты, так много-то. Отец, прости меня. Угрызение совести. Сожалею о содеянном. Лучше бы он подумал до, а не после. Не пришлось бы локти кусать. Так? Так, это что у меня тут? Так. Понятно. Ну да. Хорошо бы отнести это его отцу. В хранилище. Хранилище. Подожди. Понятненько. Давай-ка вот сюда. Блин, не туда. Тут у нас вроде все. Ага, взял. Успел захватать. Так. Не знаю, что мы тут делаем. Так, минутку. Ага. Давай, поднимай. Поднимай шельма. Хорошо. Такс. Лодка пока стоит. Куда? Давай. Взяли сундук. Опаньки. Что у нас здесь выходит? Ой, скорая едет. Ой, плохо кому-то.
Не понимаю. А, вот он. Потерялся, бедняжка. Поплыли. Я вижу что-то внизу. Бери. Поднимай, вытягивай. Так. Мимир, может, закончишь ту историю? Конечно. Где мы остановились? А, Тор расколол голову Грунгнера, и тот рухнул на него с жутким хрустом. Вот тебе и мораль. Правда, не так красиво. Могучий великан из льда и камня сражался в жесткой битве с асами и ванами. Сражался с самим Тором. Так. И кажется, они оба проиграли. Хрунгир Зибияка. Голова из камня. Разум ребенка. Один обманом заставил его напиться и буянить в Асгарде. Тор разбил ему голову, оказался задавлен. Все смеются, асы хуже всех. Сива, как мифы и легенды. Так. Припарковались. Как все прошло в крепости? Так, минутку. Как все прошло? Нашли мы твой камень. О, чудесно! Необычные пятна. Им одному разбойнику башку раскололи. О, чудесно. А это вам за труды. Давай. Так, легендарный предмет, рукоять для топора. Скорее. Ну, давай посмотрим. Так. О, это легендарный, ну, трешка. Удача, живучесть, сила. А это у меня сила и удача. Ну, хрен с ним с этой живучестью, зато 5. Вот идеально в минус какой-то, мне кажется, скатываюсь. Бы испытать новый камень. Вид у него не очень, но он так и пульсирует магией. Я остался без камня, когда его у меня одолжил брат. Он на него плюнул. Для смазки, сказал он. Я ну, не стал что ты можешь его вернуть. Вот эти я даже прокачивать не буду. А эту я, ну, и смысла не вижу. Хотя, если на 3 прокачать, ну, все равно в минус иду, нет. А вот талисман. Слеза дракона. Мне бы какой-то там уголек надо. Чистая сущность миров у меня вообще одна. О, так и это мимо. И это мимо. Так мне пока и не надо раскачивать. Слеза дракона. Это, наверное, то яйцо, которое я утащил. Ладно. Ну, если что-то будет нужно, я тут. Да, мы поняли. Что ты тут? Так. Обратно тем же путем мы не пойдем. Что делать, нам больше нечего. Ну, давайте посмотрим зато вот это. Милиция, скорая, что? Да что я, мать? Вот так. Хрен направишь, хрен возьмешь. Давай. Мы берем, мы идем. Думаешь, Мимир, что Бальдру от нас нужно? Итак, что нам известно? Бальдр, без сомнения, лучший следопыт Одина. Если ты нужен ему, то, вероятно, нужен Одину. А вот чего хочет Один, это я знаю довольно неплохо. Что может быть у нас? Ну, так и что он хочет-то? Чего ты молчишь-то? Он повелитель асов, но его власть не безгранична. И те места, каких она не достигает, привлекают его больше всего. Уж мне-то он плешь проел на этот счет. С тобой что, любит поговорить? Так, Мимир считает, что Балдур ищет нас по приказу Одина, который хочет попасть туда, куда ему хода нет. А нам, значит, есть.
Прибежали. Блин, чем больше я иду, тем больше кругов нарезаю нахрен вокруг этого гребаного дерева. Брок, ты знаешь что-нибудь про змея в озере? Я знаю, что он здоровенный. А, ладно. Да, немного. Так. Вот дымящийся уголек. Так, 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 так. Сердце древнего. Так, это вообще не смотрю. На какой создать? Так, замерзшее пламя. Камень забвения. Что-то... Ну-ка, давай-ка. Будешь теперь кошки крушить. Просто посмотрю, что за оно. Минус 15. Минус 8. Ну, там камень забвения, ладно. А по поводу талисмана, тут не все так просто. Слеза дракона. Чистая сущность миров. Ладно. Ну, удачи. Давай. И тебе не хворай. Тихо, 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 тихо. Так, а где еще не был? Там вроде сражался, там сражался. Какая-то синяя штучка. А, минутку, 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 кодекс. Какой кодекс цели? Карта. Так, карта сокровищ, так. Блин. Здесь надо к барашкам опять идти туда. Так, а где козлы? Я знаю, где эти козлы. Ну-ка, давай. Они-то, кстати, недалеко находятся. Ну, как недалеко? По местным меркам недалеко. А учитывая, если вы будете в одинокого играть, то да, действительно, недалеко. Так. Давай, рассказывай историю. Я вижу что-то внизу. Молодец. Так. У меня вопрос. Если Эмир был первым великаном, откуда он взялся? Вначале был Генунгагап, великая пустота. Миров еще не было, только первозданные силы. Был огонь и был лед. И встретились они в пустоте и образовали... Воду? Не просто воду, а живую кровь для чего-то совершенно нового. Для великана. Из этой воды возник и мир. Воплощение созидания и хаоса. Мать и отец всего, что родилось после. Даже асов? Да, всякий бог, человек и зверь вышли из плоти Эмира. Однако из всех именно асы считали, что они выше остальных существ и вправе повелевать ими. Именно Один поднял руку на своего создателя и пролил животворящую кровь Эмира. Знаешь что? Я попозже расскажу. Так. Не там, нет. Высадился. Наверное, не там. Наверное, он в ту пещеру надо. Сейчас посмотрим. Mm.
Может, я где-то не там что-то завернул, да вроде все там. Ладно. Будем поглядеть. Пока ничего не случилось. Расскажи, чем там все кончилось? Копье Одина пролило животворящую кровь великана Эмира. Он сказал, что так было нужно, чтобы навести порядок. Из разорванного тела Эмира Один скроил Мидгард на свой вкус. Знаешь что? Я попозже расскажу. Давай, сейчас, подожди немножко. Нету ничего, ладно. Давай. Валяй свою башню. Я хоть туда плыву-то. Думаю, истории нужен логичный финал. Один убил Эмира, а потом из тела первозданного великана он создал Мидгард. Себя он назвал всеотцом, будто он сам был творцом, а не убийцей. Так, значит, Эмир родился из огня и льда, все остальные родились из его плоти, включая того самого аса, который убил его, чтобы сотворить порядок, то есть захватить власть. Первый великан стал первой жертвой Одина. Убийцей творца. Мелкий, завистливый тиран. Эмир? Ой, прости, парень. Я думаю, нам лучше закруглиться на этом месте. Что-то вообще не туда, куда-то приплыл-то я. Да не та мать. Не туда. Ой. А вроде все так хорошо начиналось. Всякие он. Я поди здесь бродить-то должен был. Не понимаю. Вода ушла, все изменилось. И где сейчас, где что? Блин, непонятно. Да и плыть-то вроде правильно. Ну-ка сюда. Это новая пещера. Давай. Так, это где я? Ладно. Мы будем посмотреть. Лед. Давай еще немножко. Еще чуть-чуть. Блин, залезли туда, куда не надо, да? Или что? Или это как? Как ты понимаешь? Бой. Туда, куда я не мог залезть. Ладно. Да. Да.
ни хрена себе. Тихо. Они побеждают. Получай. Нет. Блин. О, братники, ни хрена себе драться-то. Им повезло. На. Рома! Еще чуть-чуть. А тихо ты. Берегись, отец. Блин. Нет, вставай. Сложно, реально сложно. Драконы так драконы, ой, драконы, оборотни так оборотни, блин. Не какие-то там собачки. Так, и укрыться от них я тоже не смогу. Чтоб бегать здесь долго. Я рядом, оборотень. Опасный зверь, убьем его вместе. Да стой ты. Ты замедлился. Да, ешь, твою мать. Держись. Ты жив. Отец. Осторожно, сзади. Да ни хрена. Это надо, наверное, злость на полную накачать и потом уж сюда идти. Либо, блин, я даже не знаю как. Брат, сзади! Куда ты стреляешь? Почти готов. Да. Да. Осторожно! Так, вблизи мне делать нечего, надо издалека. Стой. Уже иду. Стой. Ты будешь жить. Да. Отец. Да что ли мать, ни хрена себе. Нет, это факт, что мне рано туда. Вроде бы, блин, и люлей навешиваю. Ну тут даже я алгоритм не могу просчитать. Нет, мне еще рановато, это я точно просто чувствую. Пусть живите. Живите с миром, нахрен. Я не знаю, я пошел. А че я, кстати, парюсь-то? Где у меня карта? Нет, цели. Ну-ка. Так, это что? Я примерно знаю, склонись перед Тором, да. Так, ладно. Ну, слазь, давай.
цели. Куда нам? Сюда? Королевская теснина какая-то. Что-то опять чувствую, я не туда забредаю. Это королевская теснина. Ай-яй-яй-яй-яй. Что там? Причалим здесь? Нам не попасть туда без ключа. Ключа нет. Так, а где я припарковывался за прошлые разы-то? Где-то здесь под змеем, да? Блин, блински. В окружную едем. Давай. Тут нигде ничего нет. Так, так, так. Мы едем, едем, едем в далекие края. Веселые соседи и верные друзья. Трам-пам-пам, трам-пам-пам. Пацана с собой везу. Я не знаю, ну не складно, правда. Не знаю, парень. Город опустел задолго до того, как сюда явился Йормунганд. Интересно, каково было здесь жить? Нет, нам туда не надо. Нам туда не надо. И сюда не надо. Нам надо вон туда. Тра-та-та, тра-та-та. Отпусти сейчас кота. Да, кота мучают. Дочка. Он у них любовь. В обнимашке. И кусашки, покусашки. Это не важно. Не царапульки, давай, отпусти его. У меня тут, видишь, бог войны плывет по реке вместе с сыном. Кто-то есть? Ты сделала все там? Неси, проверю. Русский язык, страница 7. Учить правила. Так, припарковывались мы здесь. Отпусти кота. Возьми русский язык, учи правила, страница 7. Никуда он не денется, все равно в доме будет. Так. Идем к козлине. Господи, от оборотня я что могу забрать, я даже не знаю. Блин, почему такие мощные, как сказать, персонажи вообще существуют в начале игры? Если вы хотите дать мощного, так вы, блин, хоть к концу игры его придавайте. Либо меня раскачивайте, а их вообще тогда не трогайте. Это ни хрена себе. Давай.
Все? У меня получается. У тебя, конечно, получается. Ты же мой сын. Как у тебя это не получится? Опа. А вроде это... Не, смотрите-ка, не трогал даже. Уже не зря сходил. Отпусти и учи правила. Так, и вот он, козел. Цели. Отпусти его. Вот. Не знаю, что мы тут делаем. Кучки. Кстати, вот в этих кучках надо искать, даже если вы там нашли случайно. Запомните, где эти кучки. Так. Какой-то Bluetooth, легендарный предмет, чары. Ладно, посмотрим, что за чары. Так. Теперь телепортируемся, хотя я даже не знаю, или так доехать. Давай, ползли, 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 поползли, поползли. Главной цели мы хоть и не приблизимся сегодня, но хоть ресурсы посмотрим, соберем. Ты уж извини. Гномофилин. Ну, нам надо идти. Так. Сюда. Атрей, за мной. Уже иду. Ты прыгнул? Нифига. Господи, прогрузка. Кстати, напоминаю, что я собираю средства на видеокарту, поэтому кто желает помочь, можете скинуть денежку. А реквизиты вы увидите внизу под описанием. Так. Ну что ж, ну что ж. Вот там, вот там. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кто у меня следующий там? Так, есть. Все, вспомнил где. Пипец, это мне сейчас надо будет тащиться туда. Ну, хотя, да, давайте я покажу, куда тащиться. Это я проходил, по-моему, если не ошибаюсь, не записывая, просто собирал ресурсы. И вот так, так, так. Давай. Мне надо вон туда. 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 Так, если не ошибаюсь, вот здесь. Ух ты. Еще одну штуку нашел. Бери, сын. Так. Что-то я не дособирал, что ли, здесь? Лифт. Приехал. За счет какой тягловой силы он здесь работает, я не знаю. Ну, главное, чтобы работал. Надеюсь, я хоть башней-то не ошибся.
Нет, не ошибся. Вот здесь вот, да, был этот золотой говнюк. Так. А, не золотой, кто там? Страж был какой-то. Вот она. Как я узнал, что она здесь? Сейчас покажу легендарный предмет. Ладно, хрен с ним. Легендарный предмет повышения скорости. Ладно, посмотрим потом. Вот именно по этой табличке он даже там есть. Это, кстати, вот хорошо. Вот в этом плане хорошо просматриваться. Так, подождите. Отпусти кота, говорю. Пока не получила. Вот видите, вот это место. Хорошо просматривать. Так, у нас остается что? А, с веслами стоят. И так. Не зря за то, что мы родом из Альхейма, светлые эльфы давно присматривают за Мидгардом. Большую часть жизни я провел на этой заставе. Сколько всего здесь... Скорее всего, здесь я и умру. Честно скажу, не помню этого места, но посмотрим. Если вдруг сейчас вспомню. Давай. Идем кратчайшим путем. И выше, и выше, и выше. Так, какой-то водопад есть. Это с берега надо с другого смотреть. Ладно. Отплывем. Это быстро. Плавать мы любим. Да? Кот-перекот. Сосисой. Господи, взяли маленьким котенком, вырос. Какой динозавр стал. Так, это у нас змей. Так, теперь мы ищем водопад. Ну-ка, не трогай его. Вот он, видите, какой здоровый. Кажется, что маленький, нифига. Он уже огроменный. Все, давайте идите. Ну-ка назад, что там висит? Все, 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 все. Не то висит. Кстати, можем попробовать побиться с теми двумя, а стоять с теми двумя придурками. Собирай, сынок. Едем дальше. Под водой еще один затонувший корабль. Так. Минутку. Эти, кстати, они все разные, вот эти капельки, я так понимаю. Все разные. Хочешь здесь высадиться? Да, хочу кое-что глянуть. Что-то разрыл. Это что? Это вот
какой-то, не помню, водопад, что ли? Подожди. Или я вне плана что-то сделал? Так, грибцы и водопад. Нет, смотрите-ка. Ага, вот так вот надо. Да. Давай, давай, давай. Так и я тоже. Да. Огонь, береги! Да. На. Получай, козел. Да, чуть-чуть осталось. Еще разок? Нет? Слабак. Забираем. Еще как? Здесь должно быть что-то ценное. Давай. Так, зачем тратить жизни на почитание тех, кто был сотворен. Я Чтубури, первый среди богов, от которого прошел род асов. На острове, что посвящен ему, я оставил свои дары. Колесо какое-то. Ну ладно. Я-то сюда залез просто посмотреть, что здесь есть. Мало ли. Все? А нет, смотрите, вон там и есть. Все, больше тут ничего нету. Выходим. Давай. Я что-то вижу наверху. Надеюсь, ты вот на этом верху ты видел. Я вижу что-то внизу. Молодец. Я их всех. Ой-ой-ой.
А где? Оставь кота. Поцарапал. Так. Вырвал что-то. Ладно. Так. Ну ты же здесь не просто так стоишь. Как мне попасть туда? Давай смотреть. Не пойму, так. Пойму только, что я правильно заехал. Ну как? Как там быть? Круто. Вот так вот там быть. Ползем. Что-то внизу. Эй. Можно причалить здесь. Вот и причалим, давай. Так, еще кто-то есть. Я такая тупая. Такая тупая, сбежала из дворца. Ага, вот она. На. Неплохо подкармливаюсь, неплохо. Что тут есть? Двадцать из 51. Сынок, ты не хочешь залезть там? Скинуть мне, помочь эти железо, что там, веревки-то? Ладно, тоже неплохо. А
Пойдем. Что нас там ждет? Блин. Сын. Слушаюсь. Кто это написал? Это что у нас? Капитан Эрик. Это наша вина. Мы нашли вход в одну из асгардских библиотек, от которых ты видел, велел нам держаться подальше. За один день мы получили больше северачев за долгие годы торговли. Но буря, потрепавшая наш флот во время грозы, мне было видение. Передо мной предстал сам Тор. Он явился на палубу Марьюсудена в блеске молнии и потребовал мести. Он сказал, что мы обокрали богов и должны быть наказаны. Потом была яркая вспышка, за которой последовала темнота. Когда я пришел в себя, мы оказались здесь, хотя нам удалось пережить крушение. Мне кажется, что это тоже часть наказания. В свои последние дни мы проведем на голой скале в окружении скитальцев и тацельвурмов, готовые перегрызть друг другу глотки от голода. Скорее все кончится. Поймет ли меня Эгир? Простит ли меня Ран? Или они бросят меня в хель замерзать? Мне не дано этого знать. Я виноват, капитан Эрик. Виноват, узнаем, посмотрим. Ладно. Как мне быть? Как быть? Стой, стой, стой. Пойдем. Минутку. Я хочу еще кое-что взглянуть на всякий случай. Мало ли. О, кто-то чуть не упустил что-то. Рубленое серебро. Нет. Как мне? А, вон как. Все понятно. Здесь все по порядочку будет делаться. Не перепрыгнешь. Ну, смотрите, какая зато вереница построена. Ой-ой-ой. Смотрите, идем сюда. И здесь мы тоже ничего не можем сделать пока что. Так. Нет, не так маленечко. Так, а я здесь был? А!
Так, тут какая-то головоломка, да? Ва! Ладно. Даже не знаю, вылезет оттуда кто-нибудь или нет. Посмотрим. Отсюда мы можем туда перебраться. Ладно, подожди. Туда перебираться. У нас и здесь пока неплохо кормят. Взяли. Достали. Так, не понял, там еще одно растение я вижу впереди. Нет, это флаг. Кинем на всякий случай цепочку, тогда нам круть верть не было больше. Опа. Так, все неплохо, но спускаться не так надо, в этом я уверен. Так, отсюда надо направлять. Вот так. Сюда. Куда, наверх? Наверх. Не совсем понимаю. Так. Ко мне. Блин, блинский, вот так. Открываем, смотрим, что здесь. Сомневаюсь, конечно, что драться придется. Вот так. Так. Ага. Едем, едем наверх. Так, нам тут как надо перебираться-то вот. Давай. Увеличим. Здесь уменьшим. Хотя вот можно поди, я так думаю, нам сюда перебраться как. Ага, нет. Хотя очень похоже. Так, если мы поднимемся, мы куда-то там, да, припаркуемся. Внизу что-то есть. Ну-ка, давай. Внизу что-то есть. А что бы ни было, нам туда никак не попасть. Только вот так. Это что за баркас такой? Не понимаю. А зачем нам сюда? Наверх? Наверх. Ладно, смотрим.
Приготовься! Да я уже понял. Исцели себя! Давай, давай, бей! Держись! Бей его! Тихо. Струма! Берегись, отец! Давай, 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 давай! Берегись, сзади! Сзади! Струма! Я не готов! Сзади! Давай! Твою ж мать-то. Ни хрена. Отец! Ладно. Отец! Еще разок. Еще разок пробуем. Какой-то мощный он немножечко. Давай вперед. Только вперед. Ни шагу назад. Блин, а до него только так и добраться? Нет, я уверен, что я могу его победить. Приготовься! Подожди! Давай! Это я почувствовал! Давай, подожди. Осторожно, сзади! Так, сынок, ты его будешь бить сейчас только. Да что, ё-моё. Может быть, стоит отступить? Да не надо. Тебе. Давай. Вставай. Отец, я готов. Да что ты такой быстрый-то? Берегись, отец. Берегись, сзади. Почти готов. Да уйди ты нахрен! Отец, вставай! Слишком резвый, слишком. Ну, я уверен, могу победить. Алгоритм, правда, просчитать не могу почему-то. Так. Ай-я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 й. Ты резко развернулся. Я готов. Прости, не могу. Отец, ты тяжело ранен. Твою ж мать. Отец! Сила берсерка, блядь. На. Смогу.
Воскрешение второе, дайте мне срочно. Хоть маленький. Уж я бы его тогда уже отпиздил. Нет, надо, надо его завалить, ребята, надо. Господи. Ребенок. Ну-ка, тихо. Тихо. Он боится теперь уже. Впереди враг! Тихо, тихо. Светильники Тюра. Символ света, который связывает вместе все миры. Зачем ему эти странные руны? Если подумать, то незачем. Так вот. Эти руны мы видели. Но такие читай. Прочесть я не могу. Почему? Что тебе мешает? Ну что ж, пойдемте откроем сундук, я думаю, и завершим на этом наше побоище. Ух, еле выжил нахрен. Не, ну битва была славная. Что-то прокачал еще. Плывем на остров Гуян. Это у нас что там? У нас таким мерцанием. Кто-то собрал. Нет. Это не растение. Хотя очень похоже так. Нам надо к острову, вот к тому. И с него уже перейдем. Так. Бежим.
Бежим, ребятушки. Такс. Опа. Так. На. Думал, конечно, что так смогу, но, блин. Если вам нравятся бои, подписывайтесь на мой канал. Но если не нравится, все равно подписывайтесь. Все равно буду рад. Веселее будет. Натя. Так. Забрались на вершину. Далее. Еще чуть-чуть. Опа. Перебрались. На. Господи, думал, голем уже появится. Ну нет, смотрите-ка. Конечно, все это дело. Плохо выглядишь. Оборотень. Опасный зверь. Убьем его вместе. Да. Я готов. Тихо. Тихо. Подожди. На. Так. Давайте посмотрим, чего так. Оборотни у нас чем отличаются от остальных? Они похожи на волков, но ходят на двух ногах и намного умнее, сильнее и быстрее. А еще густой и плотный мех очень трудно пробить. Они чем-то похожи на берсерков, которые папа убил прошлым летом. Только волки, а не медведи. Только волки, а не медведи. Вот так вот. Так. Какие символы здесь? И где их искать? Нет, не бросай! Гребаный газ, ни хрена себе! Так же нечестно. Ладно. Сейчас у нас оборотень будет. Оборотень! Опасный зверь! Убьем его! Давай, побакси вам его! Вот так. Хорошо, да? Лучше. Так, про него мы уже знаем. Как нам? Вон, я прям вижу. Вперед, залазь. Ты
уничтожена. Поднимаемся выше. И что мы видим? Небольшой запас жизни. Какая прелесть. Так. Первую там мы кувыркнули, и по ходу дела правильно. Так, так, так. Так. Пока вроде все выходит. Вот как вот тебя освободить? А, во! Так. Не понял, где у тебя уши? Так, ладно. Надо смотреть внимательней. Давай, где ты? Вот так. Подожди немного. Надо узнать, где... Ага. Вторую погасил. Где третья вообще палка находится? Стой, 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 стой. Вот так. У меня такое чувство, что... А, вот она. Давай. Поднимаемся. Чего тупая кошка? Несложно. Ага. Мы только дверку открыли. Минутку. А откуда эту штуку можно подбить? Вот отсюда и подбить. Соберем всех их вместе. Соберем. Соберем.
Так, минутку, у меня такая, по-моему, было. Так, цели. Нет. Нет, так, остров света, это где-то с водопадом. Это нет, и вот здесь вот у меня получается где-то, где колесо поломано, видно будет. Ладно, потом посмотрим. Но это не здесь. Хорошо. Все, собирай. Будь жадным. На. Топорище. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и не забывайте, кто хочет помочь на видеокарту, поможет собрать мне. Ссылка в описании. Пока. Давай, беги.